Линия 8, павильон 49. Посмотрите, какие букетики. Обалденные. А скажите, сколько такие букетики у вас? Какие? Вот эти с мылом. Опт или розница? Оптом, девочки, оптом 700 рублей. А вот эти наборы? 450 оптом. Букеты очень красивые, посмотрите, какие. Красота. Столько уже появилось разного. Всякие-всякие разные. Большой выбор. Также можно. А в этих коробочках сколько? Эти 160. 160 рублей. А вот эти букетики? Это 350. 350. Девочки, смотрите, получив такой мыло, букетик, да? Смотрите, какая красота. Я думаю, вы для YouTube снимаете. Я думаю, что там? Угу. Камера такая крутая. Угу. А эти сколько? Эти 170. 170. А вот эти? 250. 250. Будьте добры, визиточку вашу. Мне очень понравились. Мне очень понравились вот эти зеленые. Посмотрите, девочки. Я бы еще в это мыло, знаете, что сделала? Вот сюда бы стразики. И вообще бомба была бы. Красивые наборы. Очень. Так, сейчас, ребят, возьму. И скажите, пожалуйста, вот досточки сейчас к 8 марта с пожеланиями. 35 рублей. 35 рублей оптом, да? 35 рублей оптом. Если 100 штук, да, по 30 минут. Ага. Вот такие наборчики сколько? 150. 150 рублей. Это что? Да. Если вас заинтересовал этот товар, пожалуйста, вот. Линия 8, павильон 47-49. И ребята вам все решат. Ок и шик. Так что выбирайте, девочки, себе подарочки для друзей, для подруг. А вот такая одна розочка сколько? 25. Ой, бомба. Чуть-чуть, да. Посмотрите, девочки. Заходите и покупайте. Посмотрите, какие. Линия 8, павильон 54. Тоже такие же наборы. Разные для мыла. Такими цветами мыло. И вот, посмотрите. Ромашками всякими разными. Наборов очень много. Так что выбирайте. Девочки, вот еще есть здесь павильон люстр на рынке Садовод. Очень большой. Получается, пятый выход, павильон 1-502. Это вот здесь очень большой выбор люстр. Ну, давайте посмотрим. Вот эта люстра 16400 стоит. Так. Так, вот эту вот очень красивая люстра. Посмотрите. 26000. 26000. Вот эта люстра 42000. Здесь только розница, только розница. Так, 20 тысяч. 17400. 25 тысяч люстра. Люстра много. Давайте вот эту посмотрим. 80 тысяч люстра. 80. Также здесь можно приобрести всякие разные светильнички. Необычный такой геометрический. 4800. 4500. 4500. 4800. Это все идет розницей. Также 8800, но они разных идут. Вон, посмотрите, даже показывают. Видите, 6000 такие светильники. Они идут несколько теплый, холодный, да, цвет идет у них. По 6 тысяч идут. Посмотрите, какие интересные тоже геометрички. Также маленькие, вот я вам сейчас показала примерно цену. Также есть по 6600, по 7. Такие вот 6600. Люстр очень много.
7000. Такие вот. Угу. Вот сейчас нам покажут. Посмотрите. Так, это 13. Это 7. 8300. Вот такой цвет меняется. Также. Так. Тоже интересный такой рисунок. 7000. А скажите, в основном, какие вот сейчас люстры вот более такие актуальны? Вот такие берут. Вот такого плана, да? Потолок у вас. Высота какая? Сейчас. Да вы что? Серьезно? Тима, я взяла. Я сама люстру смотрю. Молодцы. А что вам вообще нравится? Какой вот? Мы, вот, я посмотрите. Себе спальню, купила, ну, вот типа вот такой. Угу. Вот такую. Хотя вот я смотрите, тоже... 28300. Такая интересная. Типа современная. А мне дочка сказала, бери вот эту. Сейчас самая модная. Я ее послушаю. А теперь в зал смотрю. Так, смотрите. Разные. И 5600 есть. И маленькие также они есть. Так, посмотрите. 4400. 5200. 12500. Такая люстра вот. 28000. Так, давайте вот эту покажем. 7500. Посмотрите, какая красивая. Я думала, дороже будет она. 7500. Ну, это нормальная. А, акция, да? 7500. Посмотрите, какая. 6000. 6000. Посмотрите, вот кого интересовали люстры. А вот это сколько? 7500. 7500. Ну, это нормально. 7500. О, какая большая, красивая люстра. Люстр очень много. Посмотрите, какой большой отдел люстр. Сейчас мы пройдемся. Вот тут я хочу еще посмотреть. Такие вот. Также бра можно купить. 4500. Такие вот интересные. 4500. А, 4300. 7800 такая люстра. 17000 такая. Вот такая тоже. 16700. Такая люстра у нас сколько? Сейчас мы. 12000. 9000. Вот такая люстра. 10000. 13300. Люстр очень много. Тоже. 7000. Это кто любит такие более попроще. 7900. 8000. Необычная такая. 10800. 8000 люстра. 8000 такая шарами. 10900. 11. 7800, 7400, тоже вот необычная, 6000, 10800. Ребят, люстр очень много. Можно здесь ходить и ходить. 27500, тоже были. 12000, 14400, 30500, 16000. 11000. Смотрите, люстр очень много. Так что заходите, кому понравился этот отдел. Также здесь можно бра выбрать. Вот, по 1000, по 1000. В основном 1000 бра. 1000. 1000. 2000. Тоже интересно, но цены нет вот этой. Здесь люстры уже более попроще, по 4500. Так что, ребят, кого заинтересовали эти люстры, вот, пожалуйста, телефончик. Обращайтесь. Также на рынке Садовод можно приобрести лепешки. Очень вкусные, свежие лепешки. Сколько стоит такая лепешка? 70 рублей. Так что, кто любит лепешки восточные, обращайтесь на рынке. На рынке
саду вот можно купить кукурузу и свежую кукурузу. Вот, посмотрите. Скажите, пожалуйста, сколько стоит кукуруза? 100 рублей. Хотите кукурузные хлопья, хотите, купите кукурузку. 100 рублей.